Ребята, привет! Хотел поделиться с вами умиляющей меня вещью. Это наличие большого количества скатов для этого аквариума. Это просто скатье царство маленькое. Значит, по порядку, кто здесь имеется. Начнем с самых, наверное, экзотических красных альбиносов-жемчугов. Такой вот мальчонка. Здоровый уже довольно-таки. Сантиметров 25, наверное, по мантии. Его две девушки. Вот такие красавицы. Они поменьше. Они сантиметров по 17, наверное. Красоточки. Потом есть леопольдики 1000 островов. Это у нас самец и самка. Они еще пока окрашиваются. Их не особо шибко пробило на маленькие точки. Еще пока растут. Но они мне просто безумно нравятся. Белые-белые у них пятнышки. Третья их подруга с одного места. От одного заводчика. И это самочка. У нее кровь. Black Diamond, 1000 островов, и Хенли. 1000 островов вот дает вот этот краб. Сама она, не знаю, видно вам, нет, не такая черная, как Black Diamond. Вот сейчас хорошо видно, она более коричневая. Точки у нее, ну, камера не знаю, насколько передает, более желтые. Хвостики тоже, обратите внимание, разной формы, лопатки. И она тут самая здоровенная. Растет. Они были привезены одного размера. Вот он, девчонка. И он так, красавица. Ну и сами видели, что она из себя представляет. Какая махина уже вымахала. Она сантиметров 30 точно есть уже. Вот. Рука, она больше руки. И еще 6 деток есть. Извините, что камера трясется. Сейчас сяду. Фокусируюсь. Это от нашей самочки, от Хенли. Папы у нее, у них, вернее, папа моторики, моторик. Он уже уехал в другое место, к другой девочке, диаметром 70 сантиметров, тоже мотора здоровенная. Вот, если попрошу нового хозяина заснять их обоих. Если получится, то дополню это видео. Так их 6 штук родилось. Вот такой, такой. Все немножко разных окрасов они. Просто мне так нравится, когда столько скатов много. Естественно, конечно, все они тут жить не будут. Они пока растут. Маленькие вот эти недельки через 2-3, как побольше подрастут. Кушают они все хорошо. Жопки свои наедают. Как побольше отрастут, будут уже искать новый дом.
3 уже из этих, из 6 забронированы. Ну, 3, думаю, разойдутся быстро. Потому что ценник не ломим. Отдаем себе отчет, что это моторики. Хоть и с кровью Хенли. Так, еще в этом аквариуме есть прекрасные сомы. Вот 114, вот 600. Это синодонтис обжора. И вот, так сказать, жемчужина коллекции 95. Дикарь. Приехал с животом проваленным. Сейчас уже отожрался. Толстый, хороший, здоровый. Но мы не об этом. О, какие красавцы. А он лепеха гоняет. Здоровая, растет быстро, сразу вот видно, кровь Хенли дает о себе знать. Вот эти вот товарищи обычно рождались больше в размером, потому что их в помете было 3-4 штучки. Они в раза полтора были больше. Тут самочка 6 родила, и вот они такие маленькие. Но растут они тоже очень быстро, судя по всем трем предыдущим пометам. Процесс у них быстро проходит. Вот эта малышка, ей 5 месяцев, наверное, от икринки. Двадцать 6 декабря я ее купил длиной 15 сантиметров и диаметром с мизинец. Вот такая хренотень здоровенная уже выросла, просто она громадная. И заморская ее подружка. Любит вдвоем встать против течения и медленно плыть. Ну и как говорил, и тут пока они все подрастают. Потом будут переезжать в другие большие аквариумы. Вон сколько малышей. Видео будет короткое, просто хотелось вам показать, вам поделиться. Для тех, кто скатов любит. Аквариум на протоке, так что проблем с водой тьфу нету. Сейчас запустим вот этого малыша, о нем выйдет следующий ролик, пока монтируем сам песочник. И покажу вам его. Тогда проблем с механикой вообще не будет. Но он один залез для сомов. Кушают все. И мидию, и креветку, и рыбу. Молодцы. Ладненько. Всем удачи.